Депутаты Камчатского края предложили отдавать бездомным собакам конфискованную у браконьеров рыбу. Как вы относитесь к такому законопроекту? Я за. Отношусь положительно. Надо подкармливать животных. Вообще, это как бы такая хорошая идея на самом деле. Если она для животных подходит, почему бы нет? Если это нормальная рыба, все, я бы лучше дом престарелых, детские сады, куда-то бы в другое место отдала, чем собакам. Положительно. Правильно, можно не только собакам отдавать, но и людям. А вот если бы у нас в Приморье сделали, все-таки приняли такой законопроект? Было бы неплохо. Я положительно отношусь к этому. Но было бы еще лучше. Тоже неплохо. Мне очень жалко всех животных. Везде можно применить. Везде, в любом регионе.